проливом Ля-Мюа, такой пролив, если это с Атлантического океана, между Огненной землей, островом Огненная земля, и островом Эстадос. Проштурмовали, вошли мы в этот самый пролив, прошли. Вот сейчас осталось 47 миль до мыса Гурм, опять штормуем. Ну, к вечеру прогноз на лучший идет. Поэтому ночью мы выйдем в Тихий океан. Соединение Атлантики и Тихого океана. Это очень серьезный момент такой, поэтому тут и всегда лишь штормит, и потому что здесь, и поэтому здесь изменчивая погода, и поэтому здесь какой-то аура сама по себе такая, знаете, свинцовая, тяжелая, торжественная. Вот я бы так сказал. Все-таки встречаются два страшно больших океана, две страшно большие воздушные массы. Плюс Антарктида рядом. Хорошо, что сейчас еще айсбергов нет. А так бы для полного счастья еще бы и айсберги здесь были. Места фантастические. И вообще вот юг Южной Америки — это что-то небывалое. Кейптаун, предположим, мы с Доброй Надеждой, это копейки, нормально. А вот Южная Америка и ее южные точки — это совсем другое.